100 английских конструкций, часть 73, и мы с вами поговорим про конструкции make somebody do something. Make somebody do something. Давай с вами разберем сразу пример. For example, he made her do it. He made her do it. Если дословно перевести, получается, он сделал ее сделать это. Но на самом деле, конечно, это чепуха. Переводится he made her do it на английском, на русском он заставил ее это сделать. He made her do it. Соответственно, получается make somebody do something. Переводится как заставить кого-то что-то сделать. He made her do it. Далее. Он заставил меня. He made me исправить ту ошибку. Correct. He made me correct that mistake. He made me correct that mistake. Дальше. Она заставила нас. She made us do it again. Она заставила нас делать это снова. She made us do it again. Самое главное помнить, что в этой конструкции to не нужно. She made us do it again. Next. Они заставили нас учиться. They made us. They made us study. They made us study. Но не нужно думать, что данная конструкция употребляется только во времени past simple. Past simple переводится как простое прошедшее время. Отнюдь нет. Также, например, в любом времени может употребляться future simple в будущем время. Я заставлю тебя это сделать. Просто, соответственно, говорим make в будущем времени и будет I will make you. I will make you do it. I will make you do it. Или же просто можем использовать краткую форму I'll make you do it. I'll make you do it. I will make you do it or I'll make you do it. Далее, next. Мы заставим его учиться. We'll make him study. We'll make him study. He's so lazy. Он такой ленивый. He's so lazy. He doesn't want to study at all. Он вовсе не хочет учиться. We'll make him study. He's so lazy. He doesn't want to study at all. Next. Например, мы заставим его изменить свою точку зрения. We'll make him change his point of view. We'll make him change his point of view. Вот такие примерчики. Давайте с вами еще раз проверим и повторим. So, past simple. He made her do it. He made me correct that mistake. She made us do it again. They made us study. Future simple. I will make you do it. I'll make you do it. We'll make him study. He's so lazy. He doesn't want to study at all. We'll make him change his point of view.